Костян, Михаил Мамаев. Судьи готовы. Первый раунд. Ну, посмотрим. Кирилл, если Михаил Мамаев готовился, то как ходил на тренировки его оппонент? Вы посмотрите, как начинает оппонент. Но Мамаев, пропустив первый и потом второй удар, абсолютно! Абсолютно! Нет, 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 это не надо. Стоп, 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 стоп. Что это было? Что это было? Подскользнулся Курасян. Слушай команду, команда, что прекращаешься действия? Не слышал, слушай команду. Жестко, вы слышите, не слышал, слушай команду. Это какая была команда? Он сказал стоп, а Мамаев нанес удар. Хворостян поскользнулся. Была команда стоп. Мамаев нанес удар. Он бросается опять вперед. Немножко затянут. Долго готовит удар правой. Ну, молодец. Абсолютно не стесняется. Хворостян хорош. Посмотрите, как он ловко. Ну, как агрессивен Мамаев. Как агрессивен. Вы чувствуете? Удар открытой перчатки. Я не заметил. Хворостян готовит атаку, дергает левый, вот левый и пропускает прямой в разрез. Отлично, Мамаев. Еще раз начинает левый. Хворостян чувствует дистанцию, уходит, начинается. Какое хорошее зрелище, вы посмотрите. Очень напряженное. Причем без разведки, они сразу начали в первом раунде. Вблизи Мамаев очень хорош. Головой опасно идет. 10 секунд. Да издалека Мамаев симпатичный. Мамаев проигрывает в росте. Поэтому идет вперед. Ему нужна средняя дистанция. Если честно, если совершенно откровенно, я думал, что преимущество в этом бою должно быть у Хворостяна. Но я говорил, возраст не главное. Мамаев старше его на 17 лет. Но как дерется? Второй раунд. Мамаев молодец. Смотри, как он бьет право через руку. Великолепно. Просто великолепно. Пауза. Сейчас начнется следующий эпизод. Повторите, Сергей, вы бы так не смогли. Я бы нет, так. Слишком размашисто бьет Мамаев, он может побороться. Размашисто, значит, медленно, затянуто, соперник видит. Хворостян техничен, высоко. Они 5 секунд руки. Тянут время, что за это дела? Правши. Куда они тянут? Никуда тянут время, тянут. Просто пауза. Вы попробуйте какая полтора пауза? Минуты отработать без паузы, это невозможно. Тем более они тренируются всего 2,5 месяца. Всего 2,5. Вы не знаете, когда Мамаев пришел на первую тренировку, ему сказали, побей по мешкам, висящим огромным. Он ударил мешок, упал. Это на счастье. И не отжался. Мешки не отжимаются. Извините. Сергей, вы многого не знаете, но к концу проекта будете знать все. Я воспитан. Мамаев боковой по пузу начинает, по корпусу. Но пропускать. Очень напряженно, 10 секунд. Мамаев устал. Они явно тянут время. Судьи тянут время. Мамаев устал, но продолжает идти вперед. У него очень хороший характер. Долой клинчевание! Долой клинч! Здесь нет клинча. Как Сергей, нет клинча? Клинч будет потом, в третьем раунде, когда уже ноги не будут держать и дыхание кончится. 10 секунд осталось. 10 секунд кричит рефери Калинкин. 10 секунд. Чуть-чуть опустил правую руку Мамаев, получил через руку. Не сильно, но все-таки прошел удар. Все может решать концовка. Кто ее выиграет, выиграет бой. Хворостян Мамаев. Все решится в эти полторы минуты. Хворостян, наверное, сказали, начинай работать сам, первым номером, начинай атаки. А Мамаев этого не знает. Он идет вперед и левым джебом достает Хворостяна. Как он не знает? Чему же его учили целый месяц? Его учили правильно бить, правильно защищаться, так. Руки поднимать. Руки, а что, он опускает руки? Нет, он держит руки, молодец. Руки достаточно высоко. Да. Молодец, здорово. Какой так. Напряженный бой. Вы как знаете, ты? Я вел репортаж из 4 олимпийских турниров по боксу. Не припомню на голову! Да, ты смотри. Опасно головой идет. Команду слушай. Бах! Сбоку прямо, это называется как? Крюк? Стоп. Крюк, да? Сбоку. Это называется хук. А, извините. Он же крюк. Хворостян устал, Мамаев... еле дышит. Простите, Мамаев. Мамаев дышит тяжело, очень тяжело дышит. Чувствуется, как он выдыхает. Высокий. Но не выдыхается. Смотрим. Так. Вот опять. Калинкин очень внимателен. Вот опять пошла та же. Много усталость, много грязных движений. Попадает правый. Мамаев поставил. Давай! Соперника пропугает, пропускает в ответ. Это клинч? Нет. Это не клинч. Жду, когда клинч будет. Это конец третьего раунда. Мамаев еле дышит. Очень ему тяжело, но он не сдается. Молодец. Концовку выигрывает, так. Выигрывает бой. Стой. Ну, навали. Хворостян свежее. Он видит замах. Длинный, затянутый удар правый. Хотите предсказать, нет? Нет, на этот я, раз. Я, честно говоря, этот раз решили просто нет. Мы сидим здесь, мы по-другому смотрим на бокс.
Господа, в этом выдающемся по накалу бою боковые судьи решили так. Боковой судья Пучков, 29-28, Мамаев. Боковой судья Копцев, 29-28, Хворостян. Боковой судья Горсков, 29-28, 2-1, Михаил Мамаев! Михаил!